Московский регион неожиданно охватил мощный антициклон. В Люберцах штормовой ветер повалил деревья. Местами зеленые насаждения обрушились на припаркованные автомобили и проезжую часть. А в некоторых частях города их вырвало с корнями. В основном ветер повалил слабо закрепленные конструкции. В соцсетях люберчане размещают фотографии, на которых запечатлены последствия урагана. Особенно пострадала северная часть города, а на Октябрьском проспекте. Стихия разрушила детскую площадку. Все аварийно-спасательные службы городского округа экстренно ликвидируют последствия непогоды. Это лично контролирует глава Владимир Ружицкий. Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации объявили об усиленном режиме работы. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.